Такой интересный случай был. Ехали к доктору Муртазали Рахмалла на Байрам. Задержали милиционеры, потому что там большой бородой чувак был. Они испугались сразу, там компьютер, не компьютер. Отвели в райотдел, до часа 10-11 задержали. То есть начали время тянуть, пока начальник придет. Сам Муртазали Рахмалла тоже за нами пришел, его тоже задержали. У него тоже борода большая была. Здесь итог разговора. Начальник, наконец, там уже, который самый длинный борода, там уже какой-то маленький такой негодяй, хотел там за бороду дергать, там, я тебе сейчас поброю, иди поброю, там. Ну, такие неприятные моменты были, которые Аллах испытание. В конечном итоге начальник пришел, посадил за стол с уважением, как положено, и он говорит, вот почему ты, говорит, эту бороду оставляешь, можно же это побрить? Начальник говорит, вот тогда Аллах говорит, вот почему ты броешь, говорит, бороду? Потому что же твой начальник приказал тебе. Потому что им не разрешают небритым милиционерам. То есть. Он говорит, да, наш начальник, посланник Аллаха, сказал нам, прикрыл, оставил. Нам начальник, и амир, и старший, нам посланник Аллаха. Он нам приказал, мы оставляем. Тебе начальник твой. Мы знаем, кто начальник. А вот. Он приказал тебе побрить, ты побрил. Поэтому, альхамдулиллах, лиямиза Аллаху аль-хабиса мин ат-тайиб. Вот так Аллах различает. Хабис грязный, от чистого.